Названия на этикетках сплошь гласили об элитности, премиум-классе и отличном качестве. На деле же картинка не соответствовала действительности. Супружеская пара из базарного Карабулака хранили в своем частном доме, а затем продавали контрафактный алкоголь. Часть коробок стояли во дворе, а другую они спрятали в сарае, где жила собака, видимо, для большей сохранности. Кстати, безопасность подозреваемый обеспечил и для первой партии. Над алкоголем мужчина заботливо повесил камеру видеонаблюдения. Только они не учли одного – за незаконный бизнес придется дорого расплачиваться. Из незаконного оборота изъято в общей сложности 1829 бутылок немаркированной алкогольной продукции. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом А, части 6, статьи 171, прим. 1 УК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Денис Желтов. Вести, дежурная часть. Саратов.